Москве-то я смотрю первый раз. А вы почему спрашиваете? Это я так, на всякий случай. Ты никогда не бывал в нашем городе светло, над вечерней рекой не мечтал до зари. Друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. Я извиняюсь, вы вообще обратите внимание, что в современной Москве много изменилось. Это теперь крупнейший политический, промышленный, культурный и религиозный центр мира. Прямо в городе у нас работают парламент, заводы, фабрики, православные церкви, мечеть, синагога, 117 пельменных, зоопарк и 4 тюрьмы. Ну, все это, конечно, появилось не сразу, а как вы хотели? Я? Мне бы на Казанский? Ну, понятно. А то вот все спрашивают, Москва, где это? Чего хорошего там? А я так скажу, мне нравится. Ленин тут родился, Гагарин на ракете прилетал. Академик Павлов подключал собак к электричеству и вырабатывал у них условный рефлекс. Вообще, история Москвы, должен вам сказать, очень увлекательна. Как известно, когда-то...